Победитель становится Юрий Гаврюшин. Вес готов. Гаврюшин Юрий приглашается на помост. Гудлифт. 240 килограммов на штангу, высота стоит та же. 230 килограммов. Мы сейчас услышим, ладно. Победителем становится Юрий Гаврюшин. Порядок выхода спортсменов на помост. Гаврюшин Юрий Игоревич. Штанга 100 килограмм. Результаты будут сейчас 100. 100. Слушаем судью. Жим. Стоп. Один. Стоп. Два. Стоп. Три. Стоп. Четыре. Стоп. Пять. Стоп. Шесть. Стоп, 7, стоп, 8, 9, 10, 11, 12, ниже темп, 13, 14, 15, 16, 17, 18, фиксация, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, счетчик фиксации, 29, 30, остановка вверху, 31. 32, 33, 34, 34 первый отдых на груди. Контакт второй руки, левой руки со штангой. Напоминаю, что обе кисти должны касаться гриппа штанги. Минуту общего я не прошла. Еще раз обращаю внимание спортсменов, слушайте команду судьи. Пока 34 повторения. Напомню, штанга 100 килограмм. 100 килограммов это центнер. Спортсмен нестандартно отдыхает, кладет на пресс штангу. Обычно кладут все-таки на грудную клетку. Зачем? Питер. Пока 40. Два.
Yeah.